Привет, друзья! Сегодня суббота, и суббота будет называться «Суббота зверей». Я рисую гуашью, акварелькой, может быть, масляными мелками разных зверей. А ролики будут резаться на части, так что эфиры будут перерываться. Их будет много. Так что сегодня рисуем зверей радостно и весело. Всякие другие подробности постепенно буду вам рассказывать. Давайте сегодня нарисуем с самого начала для разминки кита. У меня есть белый лист бумаги, гуашь гамма 12 цветов, классическая гуашь, хорошо смешивается, и наносим бумагу. Мочим кисточку, берем кисточку плоскую, мне нравится плоской работать, потому что лучше накладывается, чем круглой, и она такая плоская и тверденькая, так что лучше работать плоской кисточкой. Берем синий цвет и рисуем большим росчерком большого кита. Я его рисую снизу вверх, вот так вот, раз сюда. Он как бы большой, он как бы нырнул и туда, да, под воду. И я его сразу закрашиваю сюда, к хвосту. Это его голова, тело. Я почти не использую воды, просто вот так, раз-раз-раз-раз-раз. И вот у меня кит уже такой сформировался. После этого его брюшко вот сюда рисую. Брюшко тоже красивое, вот сюда идет, раз, сюда. И теперь хвостик. Хвостик у него такой плавник, хвостовой плавник называется, да? Вот так вот он идет, вот так, и мы его закрашиваем. Отличный кит получился, супер, мне нравится, когда он простой, яркий, ребята смогут повторить. Если что, меня зовут Ваня, и ты на канале Рыбаки. Да, я повторяю это для ребят, которые первый раз меня увидят и думают: «О, классно рисуешь!» Ребят, вы тоже классно рисуете. Рисуйте со мной, присылайте свои работы. Сегодня, как всегда, конкурс. Если вы присылаете свои работы, присылать надо в Instagram и Stories. Делайте Stories и на Stories пишите, что бы вы хотели нарисовать. Лучше написать свое имя и возраст, чтобы я немножко о тебе узнал. Смываем кисточку. Смываем. Всем привет, Сегодня будем рисовать целый день. Вот сегодня я пришел, там позавтракал с ребятами, поиграл. Рисуем сегодня зверей. Суббота животных буду называть. Или животных, ну, начал с животного, тоже такой большой синий кит. Рисую кита. Беру теперь белый цвет. И белым цветом начинаю мазать брюхо. Ты скажешь, белым по белому не очень. Но ты все равно немножко заденешь голубой, который мы нанесли, да. И у нас получится, что он немножко такой синий-голубой снизу. И вот мне нужно брюшко его подкрасить. Брюшко самое главное, чтобы он такой подкрашенный был. И этим же цветом, уже когда у тебя накраска есть на кисточке, ты вот так делай воду. И еще можешь несколько мазков синей краски сюда потратить. Или даже белила. Вот сюда, сюда, сюда. А также белила вот сюда можно махнуть. И, конечно же, рисуем глаза. Один глаз, второй глаз. Ну, примерно тут. Здесь глаза не получится рисовать. В прошлый раз я нарисовал нехорошо. Будет, пусть будет лучше синий здесь. Один глаз у него будет. У моего кита один глаз. И он не пускает фонтан, потому что он под водой, да? Давай просто рисовать. Все мои рисунки сегодня будут супер-супер простые, чтобы у тебя получились. Так что участвуйте в сегодняшнем таком, ну, супер-мега простом марафоне. Просто я рисую, и у вас есть время. Присоединяйтесь. Все ролики будут поделены на несколько частей. Все это в прямом эфире на канале Рыбаки. Это все появится в ближайшее время тоже. Немножко зеленых, он же под воду нырнул, водорослей. А все это появится на канале Рыбакит немножко попозже, когда я обработаю видео. Не сразу все это появляется, а эфиры среднего качества здесь доступны на... Да, папа, да. Папа, привет. Сегодня какие-то радостные рисунки попытаюсь порисовать. Сначала для разминки нарисовал кита. Первый рисунок самый долгий для меня, самый длинный и самый такой разогревающий. Так что я советую вам тоже сделать разогревающий рисунок с расслабленным таким состоянием, когда вы легко что-то нарисовали, вам здорово, вы получили удовольствие, а дальше уже вы с легкостью рисуете все следующие рисунки. Рисунков будет сегодня много, так что не пытайтесь успеть за мной нарисовать все. Правда, не пытайтесь. Я рисую много, может быть, даже немножко быстро. Можно поставить на паузу для мам, которые хотят все-все повторить. На паузу поставьте, и у вас все повторяется, все получается. Сегодня супер простые рисунки. Пока что рисую гуашь, и потом перейду на акварельку. Может быть, даже буду менять, если у меня будет возможность. В общем, всех зову, сегодня побольше порисую. У меня прям набросков много, и хочется нарисовать и динозавров, и зверей Африки, и кто в лесу живет, и тигров, и белых тигров.
Вау, и сурков, и енотов, и ежей тоже. Так что всем добрый день, доброе утро, кто только встал, и хорошего настроения на целый день. Как бы Кит вам передает большой привет, и я тоже. А как всегда, я говорил, на паузу ставлю, немножко...